Божья армия, Божья армия поднимается. Сверхъестественно, Божья армия поднимается. Божья армия поднимается. Jesus is here. Иисус здесь. Lord, we love you. Иисус, мы любим тебя, Господь. Lord, we invite you into the nation of Ukraine. Тебя в нацию Украины. We invite the great Holy Spirit. Мы приглашаем великий Дух Святой. To touch this great nation. Чтобы он прикоснулся к этой великой нации. Holy Spirit, come with fire. Дух Святой, приди огнем. Come with fire. Приди огнем. And touch these people. И коснись каждому, кто есть здесь. Touch this great nation. К этой удивительной нации. Lord, baptize us fresh. Господь, крести нас в новое. With your Holy Spirit. Твоим Духом Святым. And restore. И восстанови. The ministry of the supernatural. Служение сверхъестественного. For the millions. Для миллионов. That will come to Christ. Которые придут ко Христу. Salvation. Спасение. People coming into the kingdom. Люди, которые придут в царство. People coming into the kingdom of God. Люди, которые придут в царство Божье. Souls coming into the kingdom. Души, которые придут в царство Божье. We pray for the nation of Ukraine. Мы молимся за нацию Украины. We pray for great salvation. Мы молим за великое пробуждение. A harvest of souls. Спасение и просто урожай душ. A harvest of souls. Урожай душ. In Ukraine. В Украине. Come on, begin to pray. Начинайте молиться. Begin to pray. Начинайте молиться. Lord, we pray for a harvest of souls. Господь, мы молимся за урожай душ. In the nation of Ukraine. В нации Украины. We pray for a harvest of souls. Мы молимся за урожай душ. Holy Spirit, Дух Святой, send fire into the nation. Посылай огонь нацию. 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 Fresh fire of your presence. Новый огонь, свежий огонь твоего присутствия. Reformation fire. Реформация, огонь реформации. Say, Spirit of the living God. Скажи, Дух Бога живого. Fall fresh on me. Сойди на меня. Fall fresh on me. Сойди на меня. I see the fires of revival. Я вижу огни пробуждения. Burning in the nation of the Ukraine. Которые горят в нации Украины.
I see the Spirit of the Lord moving. Я вижу, как Дух Божий двигается. In the government. В начальство. And I prophesy. Я просто пророчествую. To the government. Что сейчас в правительстве Украины. I prophesy. Я пророчествую. That there will be a Daniel in the White. Что будут Даниилы. In leadership. И в лидерстве. There will be a Daniel. Что это будет Даниилы. There will be a president. Это будет президент. That fears my name. Который будет бояться моего имени. That surrounds himself with the prophets. Это то, что будет идти с пророками. A new government. Новое правительство. A new president. Новый президент. A new leader. Новый лидер. That embraces the который просто будет принимать пророчество, который будет принимать пророческое помазание. It will happen. Это произойдет. In this new season. В новом сезоне. In this new place. В новом месте. In this new government. В этом новом правлении. In this new constitution. В новой конституции. I have preserved a man for myself. Я выбрал для себя человека. There will be a Ukrainian man that rises to power. Который будет человек из Украины, который станет этим домом. That has the Spirit of the Lord upon him. Когда Дух Божий будет на нем. And I see the office of the prophet. И я вижу это как пророческий офис. I see the office of the prophet. Я вижу, что это пророческое служение. Anointing a man. Помазывает этого человека. Who will carry the word of the Lord. Который будет говорить волю Божью. Who will surround himself with the prophet. Который окружит себя пророками. And everything will change in this land. И все изменится в этой нации. For the riches are coming. И это придет. The gold is coming. Богатство придет. The silver is золото coming. Золото придет. The Lord says, серебро придет. Changing the economics of this nation. Господь говорит, изменение экономики в эту нацию. For just as the enemy tried to destroy, и все, что дьявол пытался разрушить, tried to kill, пытался убить, tried to destroy my people, пытался, он сказал, я буду почивать so на моих людях. In this new government, мы говорим, это будет в новом правительстве. Это будет в новом сезоне. In this new place, это будет в новом месте. I am putting my hand, я поставил мою руку upon this government, над этим правлением, upon this nation, над этой нацией, upon my Ukrainian над people, моими украинскими людьми. And the Spirit of the Lord will come upon you. И Дух Бога на вас. You will be changed into another man. Вы будете изменены в нового человека. You will be changed into вы будете изменены в других людей. And great wealth. И это поднимется. Economic success. И экономика поднимется. And the blessing of the Lord. И также процессы Господа. Will rest richly upon this land. Его присутствие будет очень сильно на этой земле. For the Spirit of the Lord says. Потому что Дух Бога говорит. I am shaking from pillar to post. Я для специальной цели это сделал. I am shaking this nation. Я потрясаю эту нацию. And all the pure things will come to the top. И все просто наверх поднимется. For I am exposing the corruption. И я сейчас обнаруживаю коррупцию. I am exposing the plans of the enemy. Я открываю планы врага. That have kept my people suppressed. Который просто держал подавленным мой народ. And I will expose. И я это все открою в истину. And I will lift you up. И я подниму это свет, я подниму это наружу. And give you a place of dignity. И дам тебе уверенность. To give you a place of anointing. Место помазанию. For revival is here. Для пробуждения, которое здесь. It starts now. Оно начинается здесь. It starts in this new оно начинается season. С этого нового сезона. So pray for this man. И молись за этого человека. Pray for this president. Молись за этих пророков. Pray for this anointed молись leader. За этих новых лидеров. For he will usher in. Потому что они будут. The government will usher in. Потому что также правление будет идти против. A new era of economic blessing. Но новая эра экономического благословения. That is connected to my servant Cyrus. Которая приходит ко мне. It's connected to my servant Cyrus. Это также соединено с моим слугой. It's connected to the United States. Который в Америке также. It's также connected с Америкой. To global commerce. Это также с глобальной коммерческой палатой. Это со всеми глобальными просто правлениями соединено. But it's by my hand. Но это моей рукой будет твориться. Says the Lord. Так говорит Господь. For I'm pouring out my oil. Я изливаю свой елей. I'm pouring out my anointing. Я изливаю свое помазание. I'm pouring out my glory. Я изливаю свою славу. Upon Ukraine. На Украину. And the ground will shake. И земля будет потрясена. At 3.7 on the Richter scale. Это будет как 3.7 будет потрясение. Because it's resurrection. Потому что это сила воскрешения. And I'm giving to my church. Я даю это для церкви. The keys of the kingdom. Ключи от царства. I'm giving to my Ukrainian people. Я даю это моим украинским людям. The keys to unlock treasures. Ключи для того, чтобы открыть присутствие. In the heavenly realm. Небесных миров.
Lift your hands. Поднимите свои руки. Lift your hands. Поднимите свои руки. Lift your hands. Touching the hand of the Ukraine. Который прикоснулся к руке Украины. I see the Lord touching the nation of the Ukraine. Я вижу, как Господь прикасается к нации Украины. I literally see the hand of the Lord reaching out into the Ukraine. Я буквально вижу, как Божья рука направляется и достигает Украины. And I prophesy to you. И я пророчествую вам. That in this day. Что в этот день. That the Ukraine is going to experience a governmental reformation. В эти дни Украина испытает реформацию в правительстве. And just like it was, и то, что было раньше, just like it was, так же, как это было раньше, when they tried, Pharaoh tried to kill Moses, когда фараон пытался убить Моисея, tried to kill Moses, пытался убить Моисея, tried to kill a generation, пытался убить целое поколение, tried to kill a deliverer, пытался убить того, кто будет избавителем, and just like it was, так же, как это было в те дни, when Herod tried to kill the Christ. Что как тогда фарисеи пытались убить Христа. It will not happen. Это не произойдет. For I'm telling you today. То, что я вам говорю сегодня. That Christ is being born again in the Ukraine. Что Христос снова рожден в Украине. That the nation is being born again. Что нация снова рождена. That there is a people. There is an anointed people. Есть помазанные люди. Christ means anointed one. И Христос обозначает помазанник. There is an anointed people. Есть помазанные люди. Christ being anointed again. Христос помазывал их снова. Christ being born again. Христос это обозначает рожденный свыше снова. In the nation of the Ukraine. И в нации Украины. The devil tried to kill. То, что дьявол пытался уничтожить. But the blessing of the Lord is for you. Но благословение Господа на вас. And is upon you. И на вас. And is upon your children. На ваших детях. And is upon this nation. На нашей нации. And I'm telling you. И то, что я вам говорю. The Holy Spirit. Дух Святой. Will be poured out upon this great nation. Будет изливаться на эту удивительную нацию. And it's being poured out upon you. И он изливается на вас. There's not a religious devil. И это не религиозные вещи. There is not a ruler. Нету ни одного правителя. Not a man. Ни одного человека. Not a person. Ни одного человека. Nothing can stop what God is going to do. Ничто не может изменить то, что Бог будет здесь делать. I want you to shout. Я хочу, чтобы ты воскликнул. I want you to give praise. Я хочу, чтобы ты прославил. To Jesus Christ. Прославил Иисуса Христа. Because there's a fresh anointing. Потому что здесь свежее помазание. There's a fresh anointing. Потому что есть свежее there's помазание. There's a fresh anointing. Свежее помазание. Resting upon you. Почивает на вас. Я вижу руку Божью. Wow! I see the hand of the Lord. Я вижу руку Божью. Resting over the Ukraine. Почивающую на Украине. This is your season. Это ваш сезон. And I didn't come here with this prepared to bring to you. Я не приехал для того, чтобы это вам передать здесь. But it's become very clear to me. Но для меня стало очень четким. That the Lord is going to do something in your nation. Что Господь будет делать и творить что-то в нашей нации. He is coming to bring help into the government. Он придет для того, чтобы принести помощь в правительство. There is a new economic
blessing. Есть новое экономическое помазание, благословение. There is a new financial stability coming to this nation. Новая финансовая стабильность, которая приходит в эту нацию. And it will not go backwards. И это не вернется назад. It will go forward. Оно будет идти вперед. It's connected to the United States. Это также соединено с Соединенными Штатами. It's connected to world commerce. Это также соединено с мировым правлением. It's connected to the European nations. Также с европейскими странами. A new favor. Новое благоволение. A new blessing. Новое помазание. A new government. Новое благословение. Новое правительство. A new president that is after the heart of God. Новый президент из сердца Бога. I want you to lift your hands. Я хочу, чтобы вы подняли свои руки. I want you to receive this word today. Я хочу, чтобы вы приняли это слово сегодня. Because today, потому что сегодня, we are legislating in the courts of heaven. Мы сейчас легально находимся в небесах. В небесных сферах. We are legislating in the courts of heaven. Мы находимся в небесных сферах. For the ancient of days. И как старые дни. In Daniel chapter 7. Как Даниила, 7 глава. The 10,000 times thousands of thousands minister before him. Что те, которые служили, 10 тысяч, десятки тысяч служили перед ним. And we are legislating in the courts of heaven. А мы сейчас стоим просто в небесных вратах. Over our nation. За нашу нацию. Over this nation. Над нашей нацией. The devil tried to destroy. Дьявол пытался уничтожить. Tried to wipe out the Ukrainian people. Пытался стереть украинских людей. But that's only because of the anointing that rests upon you. Но теперь это становится еще сильнее силой помазания, которое почивает на вас. The enemy was threatened by the anointing. Потому что дьявол убежит от помазания. But it's resting upon this generation. И помазание на этом поколении. It's resting upon you. Оно почивает на вас. Shout. Закричи просто. Shout. Восклицай. Shout. Восклицай. Yeah! Jesus! 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 Yeah! Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Sing it, sing it!
а будет так. Аминь. Да будет так. I see the key of Isaiah 22:22. Я вижу ключи Исаии 22:22. It's the key of David. Ключи Давида. It's the key of the house of David. Это ключи дома Давида. David is worship. Давид это поклонник. The key of the house of David. Ключи дома Давида. I will lay upon his shoulder. Я положу ему на плечи. Now. И сейчас. The scripture says. Писание говорит. In Isaiah chapter 9. В 9 главе Исаии. That the government shall rest upon his shoulder. Что двойное покой почивает на его плечах. And the increase of his government there shall be no end. И также настолько много будет, как правление его ни у кого никогда не было. Isaiah 22:22. И 22:22 Исаии. Says the key of the house of David. Говорит, что ключи Давида, дома Давида. I will lay upon his shoulder. Я положу ему на плечи. He is the head. Он глава. We are the body. Мы тело. It's our shoulder. И это наши плечи. It's your shoulder. Это твои плечи. It's the shoulder of the government. Это плечи правления и правительства. That rests. Которая почивает of the anointed body of Christ. Помазанное тело Христа. It's the key of the house of David. Это ключи дома Давида. Rests upon the shoulder. Почивающий на плечах. That one. И это. Where the key. То, когда ключи, that opens doors, которые открывают двери, closes doors, закрывают двери. That key. Это тот самый ключ. Begins to lock up. Начинает открывать. It will lock up. Он откроет. It will open. И откроет, чтобы зайти. It will unlock doors and lock doors. Будет закрывать и открывать. That's the key that's resting upon you. Это тот ключ, который почивает на вас. That's the key that's resting upon you today. Это ключи, которые на вас сегодня. It's this key. И в эти дни. And it's the key of David. Это тот самый ключ Давида. The government will rest on his shoulders. Который почивает на плечах. There's a golden key I see in the spirit. Я вижу в духе этот золотой ключ. That God is giving to the government. Который дается в руки правительства. Of the Ukraine. Правительства Украины. Now listen to me. И послушайте. Listen to me. Послушайте. This man that's coming. И человек, который придет. He's going to be a spirit-filled man. Это будет человек, наполнен Духом Божьим. I'm prophesying to you. Я сейчас пророчествую вам. That your season. Что ваш сезон. Of bondage and poverty is over. Нищеты и рабства закончен. The years of bondage are over. Годы вот этого рабства окончены. I prophesy. Я пророчествую. I didn't come here today with this word in my mind. Я не приехал сюда, имея это слово заранее. But it's happening right now. Но это сейчас происходит. It's going to happen in the natural government. Это также произойдет в естественном мире, с естественным правительством. It will happen in spiritual government. Это произойдет также в духовном правительстве, в духовном правлении. The two are coming together. И когда эти два вместе сойдутся, righteousness, праведность, justice, и справедливость, righteousness, праведность, justice, и справедливость, righteousness, и справедливость. I see. Я вижу. An iron scepter. An iron rod. Да, это что я вижу. I see an iron rod. Iron scepter. Я вижу как скипетр. An iron scepter. Да, скипетр, который железный. Scripture. Жезл, жезл. That rules the nation. Которым правят нации. Christ. Христос. Has the iron scepter. Имеет вот этот скипетр. He is the Lord of the nations. Он является правителем наций. Listen to me now, listen to me. Послушайте. This iron scepter has been given to the church. И это то, что дано церкви. It's been given to the church. Это дано церкви.
It's been given to you. Скипетр правления дан вам. You are overcomers. Вы те, кто победители. You've been purchased with the blood of Jesus Christ. Через кровь Иисуса Христа. You are washed with the blood of Jesus Christ. Кровью Иисуса Христа. The blood of Jesus Christ. Кровь Иисуса Христа. Gives you the authority. Дает вам власть. To rule. Править. With an iron scepter. Со скипетром. Because this is what I believe God is doing. Потому что это я верю то, что Бог сейчас делает. With Ukraine. С Украиной. With the Ukrainian church. Украинской церковью. Now when I say church. Я когда говорю церковь. I'm not talking about a building. Я не говорю о здании. I'm not talking about an institution. Я не говорю об институции. I'm not talking about religious denominations. Я не говорю о деноминации религиозной. I'm talking about a governmental term. Я говорю о конкретном правительственном термине. When Jesus asked his disciples. Когда Иисус спросил своих учеников. In Matthew chapter 16. В 16 главе Матфея. He said, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Он сказал, как думаете, что говорят обо мне, кто я есть? And they said, well, some say that you're John the Baptist. Некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель. That's come back to life. Который просто воскрес из мертвых. Some say that you're Jeremiah. Некоторые говорят, ты Иеремия. Or some say that you're one of the prophets. Или же некоторые говорят, ты один из пророков. And he said, that's great. Они сказали, вау, классно. But who do you say that I am? Но что вы думаете, кто я? Now they'd been with him. Они были с ним. They watched him. Они наблюдали за ним. Moving miracles. Они смотрели, как он творит чудеса. They watched him raise Lazarus. Они наблюдали, когда он воскресил Лазаря из мертвых. From the dead. They watched him raise Jairus's little 12-year-old girl from the dead. Они смотрели, как он маленькую девочку воскресил из мертвых, когда она умерла. He opened the eyes of the blind. Как он открывал глаза тем, кто не видит. He opened deaf ears. Как он открывал уши тем, кто не слышит. He cured leprosy. Как он исцелял проказу. He said, "You've been with me." И он сказал, вы были со мной. You are my disciples. Вы мои ученики. And a disciple is a loyal learning follower. И ученик это тот, кто слушает и внимательно следует за всем, что делает его учитель. A disciple has a master. То есть у него есть как тот, кто ему преподает. He said, "You've watched me." Он сказал, вы за мной ходили, смотрели. You've listened to me. Вы слушали меня. You slept where I slept. Вы спали там, где я спал. You followed me from town to town. Вы следовали за мной из города в город. You are my friends. Вы мои друзья. You know Jesus has friends. Вы же знаете, что у Иисуса есть друзья. He said, "Who do you say that I am?" Он сказал, а кто вы говорите, я есть? Peter said. Петр сказал. You are the Christ. Ты Христос. The Son of the Living God. Сын живого Бога. Behold. Итак. Behold. Итак. I see standing. Я вижу. An open door in heaven. Стоящую и открытую дверь в небесах. This is a season that a door has been opened in heaven. Это сезон, когда дверь в небеса открыта. Now listen to me very carefully. А теперь послушай очень внимательно. Listen to me very carefully. Послушай очень внимательно. I want you to listen to me now. Я хочу, чтобы вы услышали сейчас меня. Because the Lord is speaking to you. Потому что Господь говорит сейчас к вам. This door is open. Эта дверь открыта. The old door is closed. Старая дверь закрыта. You cannot go back through that door. Ты не можешь вернуться назад через старые двери. You can stand at the threshold of that old door. Ты можешь стоять при открытой двери новой, которая сейчас закрыта. And you can ask the Lord to open it. И тебе нужно просить Бога, открой ее. He will not open. Он не откроет старые двери. You must embrace your destiny. Ты должен войти в свою судьбу. You must embrace the future. Ты должен войти в это будущее. You can knock on that door all day long, but it will not open. Ты можешь стучать в ту старую дверь целый день, но он ее не откроет. You can speak and prophesy to that door, but it will not open. Ты можешь пророчествовать в эту старую дверь и говорить и воскрешать, она не откроется. A new door has been opened for you. Новая дверь открыта для тебя. And there's a voice like a trumpet saying, и есть этот голос, который как труба. Поднимайся. Step up into the new. Поднимайся в новое. And I will show you. И я
покажу тебе, что будет происходить. И вот что Дух Бога говорит в украинскую церковь. Это также то, что Бог говорит в Восточную Европу. Вот что говорит Дух Божий в церковь. Послушай. With the new door с этой новой дверью comes new opportunity. Приходят новые возможности. With the new door с этой новой дверью comes new leaders. Приходят новые лидеры. With the new door с новой дверью comes new blessings. Приходит новое благословение. You could not have in the old season. Ты не можешь иметь старый сезон. Now there's a new door. Сейчас новая дверь. A new blessing. Новое благословение. There are new leaders. Новые лидеры. Fresh anointing. Свежее помазание. Fresh glory. Свежая слава. It's a double portion. Это двойная порция. What you didn't have in the old. То, чего у тебя не было в прошлом. Find in the new. Сейчас это приходит you новое. Can only have it in the new. Ты можешь это иметь только say в новом. Goodbye to the old thing. Помаши просто старым bye вещам bye, пока. Bye bye. Пока, пока. Say hello to the new. Скажи привет новым вещам. Woo!